Друзья, привет! Хай! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы с вами переходим ко второй части контрольной работы в рамках нашего плейлиста. Но, разумеется, это, наверное, разумно сделать, если результат вашей первой части, значит, 80% и выше. Если меньше, соответственно, это говорит о том, что необходимо было более, может быть, интенсивно работать с данным материалом. Продолжаем. Итак, 51-е. Предложение. 51-е задание. Итак, что она пытается делать? Что она? What она does she пытается делать? Try to do. What does she try to do? Далее. Вопрос. Здесь необходимо употребить, соответственно, форму глагола to be. Сколько стоят эти джинсы? Сколько стоят? How much эти джинсы are these jeans? How much are these jeans? Он бедный человек. Он... He is бедный человек. A poor person. He is a poor person. Вопрос. Это его версия? Это is it его версия? His version. Is it his version? Я хочу это. Я хочу. I want это it. I want it. Это так скучно. Это it's так скучно. It's so boring. It's so boring. Она часто навещает свою бабушку. Она часто, she often, навещает или посещает, это глагол, visits, свою бабушку, her grandmother. She often visits her grandmother. Мне нравится этот вопрос. Мне нравится. I like. Этот вопрос. This question. I like this question. Она ходит в школу с огромным удовольствием. Она ходит в школу. She goes to school. С огромным удовольствием. With great pleasure. She goes to school with great pleasure. Эта проблема очень большая. Эта проблема. This problem. Очень большая. Is very big. This problem is very big. What does she try to do? How much are these jeans? He is a poor person. Is it his version? I want it. It's so boring. She often visits her grandmother. I like this question. She goes to school with great pleasure. This problem is very big. Что волнует тебя больше? Что? What волнует тебя? Worries you? Больше, more. What worries you more?
Когда происходят те вещи? Когда? When происходят те вещи, do those things happen? When do those things happen? Вопрос. Он ленивый мальчик. Он. Is he ленивый мальчик? A lazy boy. Is he a lazy boy? Мне нужно закончить это как можно скорее. Мне нужно. I need. Закончить это. To finish it. Как можно скорее. As soon as possible. I need to finish it as soon as possible. Все люди делают это. Все люди. All people делают это. Do it. All people do it. Это скучная книга. Это. It's. Скучная книга. It's a boring book. It's a boring book. Она учительница. Она. She's. Учительница. A teacher. She is a teacher. Почему он на работе сейчас? Почему? Why on is he на работе? At work сейчас now. Why is he at work now? Он хотел бы стать врачом. Он хотел бы. He'd like стать, to become врачом, a doctor. He'd like to become a doctor. Он хочет стать музыкантом. Он хочет. He wants стать, to become музыкантом, a musician. He wants to become a musician. What worries you more? When do those things happen? Is he a lazy boy? I need to finish it as soon as possible. All people do it. It's a boring book. She's a teacher. Why is he at work now? He'd like to become a doctor. He wants to become a musician. Вопрос. Твои друзья согласны с тобой? Твои друзья. Do your friends согласны? Agree с тобой, with you. Do your friends agree with you? Кто не прав? Не прав в одно слово. Кто не прав? Who is wrong? Who is wrong? Если с помощью отрицания мы с вами также разбирали. Who isn't right? Who isn't right? Or who is wrong? Это теплый день. Это. It's. Теплый день. It's a warm day. It's a warm day.
Это очень жаркий день. Это it's очень жаркий. A very hot день, day. It's a very hot day. Какие книги ты читаешь? Какие книги? What books ты do you читаешь, read? What books do you read? Я счастлив. Я. I'm счастлив, happy. I'm happy. Вопрос. Все студенты знают значение этой фразы. Ну, имеется в виду конкретные студенты. Все студенты. Do all the students знают, know значение the meaning этой фразы of this phrase? Do all the students know the meaning of this phrase? Это не кажется полезным. Это не кажется. It doesn't seem полезным, useful. It doesn't seem useful. Это не очень высокий уровень. Это не. It isn't очень высокий уровень. A very high level. It isn't a very high level. Я могу улучшить свой английский здесь. Я могу. I can улучшить, improve свой английский. My English. Здесь. Here. I can improve my English here. Do your friends agree with you? Who is wrong? Who isn't right? It's a warm day. It's a very hot day. What books do you read? I'm happy. Do all the students know the meaning of this phrase? It doesn't seem useful. It isn't a very high level. I can improve my English here. Ты хороший учитель. Ты. You're хороший учитель. A good teacher. You're a good teacher. Мы по умолчанию используем краткие формы. You are a good teacher. У меня такие интересные идеи. У меня такие. I have such интересные идеи. Interesting ideas. I have such interesting ideas. Это так плохо. Это. It's so bad. It's so bad. Вопрос. Эта информация действительно важная? Эта информация. Is this information действительно важная? Really important. Is this information really important? Сколько лет твоей сестре? Сколько лет? How old? Твоя сестре is your sister. How old is your sister? Эти вещи привлекают их. Эти вещи. These things привлекают
attract их, them. These things attract them. Кто дома? Кто? Who is? Дома. At home. Who is at home? Я получаю удовольствие от иностранных языков. Здесь необходимо использовать глагол получать удовольствие, наслаждаться. Enjoy. Я обожаю, соответственно, иностранные языки. I enjoy foreign languages. Конечно, здесь также возможна и другая конструкция, fond of, но мы здесь именно тренируем эту конструкцию. I enjoy foreign languages. Если с fond of, как вы скажете, я обожаю? I am fond of foreign languages. Я хочу говорить по-английски правильно. Я хочу. I want говорить по-английски. To speak English правильно. Correctly. Или также допустимо rightly. I want to speak English correctly. Он менеджер. Он. He is manager. A manager. He is a manager. You are a good teacher. I have such interesting ideas. It's so bad. Is this information really important? How old is your sister? These things attract them. Who is at home? I enjoy foreign languages. I want to speak English correctly. He is a manager. Где ты живешь? Где? Where? Ты живешь? Where do you live? Where do you live? Далее, вот вы указываете и говорите: это моя квартира. Вы указываете и говорите, как вы скажете? This is my flat. Или this is my apartment. This is my flat. This is my apartment. Это холодный день. Это. It's. Холодный день. A cold day. It's a cold day. Тебе нужна помощь? Тебе нужна. Do you need помощь? Help. Do you need help? Это мотивирует нас. Это, it, мотивирует, motivates нас, us. It motivates us. Я обычно встаю в 7 часов утра. Я обычно. I usually встаю, get up, в 7 часов. At 7 o'clock, утра, in the morning. I usually get up at 7 o'clock in the morning. Ты хороший человек. Ты, you, хороший человек. A good person. You're a good person. Кто там? Who is there? Who is there? Ну, мы с вами говорили, что с who также часто очень сокращенная форма. И тем более уж, когда вот говорим who is there, сливается who is there. Это касательно what и who. Who is there?
Мне нужно говорить по-английски правильно. Мне нужно I need говорить по-английски правильно. To speak English правильно. Correctly. Ну, по умолчанию будем использовать это слово correctly. I need to speak English correctly. Это не шутка. Это не. It isn't шутка. A joke. It isn't a joke. Where do you live? This is my flat. This is my apartment. It's a cold day. Do you need help? It motivates us. I usually get up at 7 o'clock in the morning. You're a good person. Who is there? I need to speak English correctly. It isn't a joke. Значит, друзья мои, обязательно пишите о ваших результатах. Мы с вами двигаемся дальше в рамках нашего плейлиста. Thank you.